В Одессу прибыл микроавтобус с необычными пассажирами. Из города Рени в маршрутном такси привезли 30 щенков. Их родители погибли во время массовой травли бездомных собак. Потомство осталось умирать под открытым небом. Волонтеры искали и спасали щенков по всему Рени и привезли их в Одессу. Живой груз принимала наша Юлия Федорова. Всех несчастных я забираю. Испуганное сердечко бьется. Ничего, все будет хорошо. Все самое страшное для них уже позади. Их везли больше 6 часов в жару по разбитой дороге из города Рени, где местные власти устроили массовую травлю бездомных животных. Она позировала. Очень много животных было отравлено. Малыши лежали на погибших родителях. И их там находили в таком вот состоянии. Неравнодушные люди, к сожалению, в основном пенсионеры, собирали их, спасали их. Мальчик. Кавказец, да? Кавказец, да, кавказец. Чудный. Им от 2 недель до месяца. Они разного окраса и размера. Сонные, голодные и ослабленные. Выжили все. Дорога длинная была, в принципе, никого не укачала, как я смотрю. Достаточно крепенькие. Их собирали по всему городу, находили в подвалах, во дворах и в заброшенных зданиях. Все эти животные были обречены. Поскольку погибли их мамы, защищать некому. Когда такие малыши одни остаются на улице, это либо гибель под колесами, либо от того же яда, и просто от того, что они бы не смогли найти себе пищу. Волонтеры и ветеринарные врачи по очереди аккуратно достают щенков из автомобиля. После осмотра каждого малыша взвешивают, дают противовирусную сыворотку. Очень много слабеньких щеночков, но основная часть визуально выглядят здоровыми. Говорят, что собак привезли вовремя. Еще сутки на жаре без еды и воды, и они бы погибли. Беленькая, тигровая, крас немножко присутствует. Те щенки, что постарше, уже бегают по салону и просятся на руки. Совсем маленькие не хотят просыпаться. Такой переезд для них – испытание и стресс. Разбудили меня. Вот эта собака, я понимаю. Садись. Маленькие, большие, лохматые, гладкошерстные, пожалуйста, будут прекрасными членами семьи, будут прекрасными охранниками. Нам надо, чтобы люди забирали их, потому что большое количество, чтобы мы не потянем сами их. Сейчас щенкам нужна еда, уход, временная передержка и, конечно, свой дом. Если вы хотите принять участие в их судьбе, звоните по номеру, который видите на экране. Огромная просьба одесситам, да, откликнуться в помощь вот этим вот чудным малышам. Юлия Федорова, Евгений Руденко, 7 канал.